И снова здравствуйте! Сегодня будем пастеризовать домашнее коровье молоко. Можно это сделать в мультиварке на режиме томления. Я же сегодня готовлю его в медленной варке Китфорд. Я включила минимальный режим. Остается залить молоко. В кастрюлю медленной варки помещается 3 литра молока. В магазинах сейчас мы покупаем молоко не всегда хорошего качества, поэтому лучше покупать молоко участника и пастеризовать его дома. Это делать совершенно несложно. Пастеризованным молоко считается то, которое доведено до температуры 62-70 градусов. Я свое молоко пастеризую до температуры 70 градусов, 68-70. Его нужно в процессе перемешать, чтобы равномерно прогревалось. Все предметы, которые используются во время пастеризации, должны быть стерильными. Через полтора часа температура достигла 62 градуса, я подготавливаю банки, помыла их с содой и пастеризовала. Я их прогреваю в микроволновой печи в течение 3 минут. Если банка большая, наливаю водички и кладу ее на бок. В моей медленноварке 3 литра молока пастеризовались за 2 часа. Температура достигла 68 градусов, я выключаю прибор. Теперь молоко нужно сразу же охладить. Я разливаю в банки и помещаю банки в ледяную воду. Можно также это сделать под проточной водой. Быстрое охлаждение молока – это обязательный процесс приготовления пастеризованного молока. А я на этом с вами сегодня прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новой встречи! Увидимся!